Считанные секунды до выхода на казанскую сцену. Волнительно и ответственно. Для Национального симфонического оркестра Башкортостана этот концерт – настоящий дебют. В Татарстане они впервые. А перед маэстро Дмитрием Крюковым особая задача. Восхищаюсь Александром Витальевичем Сладковским и их деятельностью. Мы были 2 месяца назад в Московской филармонии с этим оркестром, с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. И я могу сказать, что здесь даже ответственнее в чем-то. Вот она, та самая волшебная дирижерская палочка маэстро. В этот вечер Дмитрий Крюков буквально одним ее движением распахнул двери сразу в 3 весны. Французскую, итальянскую и испанскую. В фойе маняще доносятся звуки виолончели, фортепиано, кларнета, флейты. И все они объединяются в едином звучании в мировые шедевры. Итальянский балет «Царица Савская», французский вальс. Среди них и премьера для Казани, концерт испанца Оскара Наварро. А вот сюиты «Витражи собора» композитора Оторино Респиги виртуозу называют «чудом света». Свежий и глубокий репертуар оркестр специально приготовил для казанской публики. Каждый мой приезд овеян таким романтическим настроением ностальгии. Я с удовольствием каждый раз приезжаю в Казань. На самом деле проходят 2 события и гастроли нашего Башкирского драматического академического театра. И вот сегодня НСО. Мы очень благодарны за прием и очень надеемся, что казанская публика оценит наших мастеров. Кульминационным аккордом вечера станет концерт для кларнета. И уже сейчас можно сказать, в Казани Национальный оркестр Башкортостана произвел фурор. Успеть услышать виртуозов может каждый. В субботу и воскресенье они сыграют на сценах Челнов и Нижнекамском. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.